Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня мы сочиняем сепарат. Что такое? По балде. Поговорим о женщине. Однажды в своей жизни я встретил прикольную чексу. Она была метр с кепкой, напоминала мне цыганочку одну. И тут друг меня приставил, говорит: знакомься, это она, твоя будущая половинка, твоя в натуре жена. А я говорю: быть не может, ну как ты знаешь, может, ты меня разводишь. Он такой говорит: стопудняк, познакомься, и ты не пожалеешь, скажешь мне спасибо. Я знакомлюсь, и что же я вижу? Это вроде так, и я понимаю, мы с ней женимся. Детей рожаем. Но этого мало. Внутри оказалась какая-то пустота. Чтобы ее дополнить, мне пришлось поехать выпить в Египет. Потом в Турцию. Было классно, я не жалею. Везде я думал лишь о семье. А получилось так, пока я ездил, потерялась она сама в себе. У нее какие-то глупые мысли. Она потеряла все, чем мы жили, чем дорожили. Какое-то дерьмо.